Всем привет! Сейчас я хочу вам показать, как же сделать ссылку на страничку персональной. То есть, чтобы здесь были не цифры, а надпись такая, которая интересна была бы именно вам. Итак, вот перед нами страничка ВКонтакте. Мы заходим вот сюда вверх, настройки. И дальше мы включаем с вами... Вот здесь ниже адрес страницы. Вот. И вот этот же адрес страницы, который был вверху, вот он. Если вам нужно его изменить, вы нажимаете «Изменить». И вместо этих цифр пишите то, что вам нужно. Например, только английскими буквами. Например, вот так. Ну, вот вам показывает, адрес уже занят. Ну, то есть вы подбираете такое название, такую надпись, такой адрес, который будет написано, что свободен. Ну, я, к примеру, напишу, допустим, сейчас, просто чтобы вы увидели. Вот такой адрес свободен, и вы нажимаете «Занять адрес такой-то», и тогда это подтверждается. Я сейчас этого делать не буду, но я думаю, что смысл вам понятен.